Ну, доброго времени суток, товарищи подписчики. Вот мы сегодня совершаем сплав по реке Десна из деревни Германовичи в город Десна. Вот у меня такая, как видно, байдарочка, ласточка 21. Садимся и отправляемся. До встречи. Вот вышли, отчалили от берега вон там, и все, пойдем теперь дальше. Вода грязная, расстояние впереди 50 километров водным путем. Хотелось бы, конечно, за день, но маловероятно, поэтому как получится. Напарник мой вон там дальше по речке идет. Поехали. Первая достопримечательность, какие-то столбы, мост, наверное, был раньше. Он дальше по речке, он тоже такой же. Это мост Германович. Мост остался позади. Такой у нас пейзаж. Германович еще продолжается. Первый маленький порожек впереди. Сейчас будем у него подруливать. Подруливать в этот порожек. Лодка не слушается. Гарка резиновая советская. О, первый порожечек. Даже как-то неинтересно. Ну, в этом году река мелкая. В принципе, пороги будут на весь этот маршрут. О, весь порожек. Травка тут не глубоко, кстати, совсем. Прям как в Карелии. В стоячей воде. Разворачивает меня кормой все вперед. Ну, здесь не страшно, как хочешь разворачиваться. Очень медленная река, очень. Проходим задом. Маленький такой порожек. О, чуть-чуть ускорилось течение. Чтобы вам посмотреть. Вот, смотрите. Даже не серьезно. Траву заново. Пейзажи не меняются. Очень маленькие порожки. И все, в основном пройдено уже. Километра 3,5-4, около 5 километров, где-то так примерно расстояние, ничего не меняется. Речка очень тихая, спокойная, действительно матрасный поход. Напоминаю, путь наш закончится городом Десной, и это окончание реки, она уже впадет в реку Западная Двина. Ну, вот уже немножко начинает, так сказать, видно уклон реки, да, то есть она начинает ускоряться течение. Может быть, мы пойдем немного быстрее, чем шли до этого. К бережку, такой песчаный берег. Хорошее место для стоянки. В принципе, можно. Не знаю, конечно, где нахожусь. Следы зверей. Это не собака. Скорее всего, лисы. Может, даже с лисятами. Где-то здесь на водопой приходит. Песчаный остров и дно из чистого песка. Саминные места.
проходим сбоку. Ой, бурлит уже. Дохлятина. Кабан дохлый лежит. Сейчас проходили мимо. Застрял в траве. Идем дальше. По течению. Лодку крутит как хочет. Ветер попутный. Плывем. Сплавляемся по речке Десна. В город Десна. Ну, не знаю, когда мы приплывем на место. Хочется еще вот сегодняшним днем. Мелкая речка, в среднем 1,5–2 метра глубины. Весь берег усыпан такими корничками небольшими. Дальше там одна. Так вообще много где здесь. По берегам много корничек. Это не ручей, это криница. Очень много металла в ней. Ходим по валу деревьев здесь. Ну-ка, деревьев пало. Лес кругом. Мало населенных пунктов. Дома, которые встречаются, все заброшены поголовно. Дико здесь. Ну вот, утопил сегодня камеру маленькую. Такая у меня спортивная камерка была. Поэтому все съемки, которые меня там от первого лица, как бы все уже потеряны на дне реки. Река забрала камеру. Найти не удалось. Походил там по шею, трава кругом. Жалко. Жалко, хорошая была камера. И флеша там большая. Ну что ж поделаешь. Потеряно. Утоплено. Все ради канала. Такие жертвы. Пойдем дальше. Погода портится, уже облака, ну что делать, маршрут еще очень далеко, больше 20 километров точно, то есть 30-ку мы прошли сегодня, еще надеюсь пройдем, 5 часов вечера, ну что, у нас впереди еще часа 4-5, можно спокойно плыть, ну посмотрим, чем мы закончим, может быть гроза будет, кто его знает, обещали, ну. Думаю, что надо будет вернуться, камеру поискать через пару дней. Хотя, наверное, это уже бесполезно. Жалко. Ну что ж поделаешь. Все ради вас, ради подписчиков. Удачи. Такие порожки небольшие. Камеры хорошей нет, попил. Ну, сейчас вот такой будем снимать. О, тут такой карман. Все, поплыли. Ой. Вот такая вот зыбуча. Я прошел. Фу, тяжело как очень. Вот на таких реках пока по пояс глубина. И такая вот трава непроходимая. Ни с какой стороны нету прохода. Ну вот, выбрался почти. Минут 15 отдали. Толкаться пришлось веслом. Как кормовиком. Вот. Идем уверенным шагом, строго вниз по течению.
заглянул. Вот. Трава, кругом трава. Вот эти растения, заполонили всю реку. В данной ситуации чего не остается, на сочках придется рулить пешком и тянуть лодку за собой. Все, мель. Дальше мы не можем плыть. Фу, надо идти переобходить, потому что плыть дальше. В итоге делаем вывод. Прошли мы сегодня где-то 35 километров. И, наверное, это уже все. Дальше река заросла кардинально. Я понимаю, что километров через 5-6 она станет чище. Но эти 5-6 километров пройти уже невозможно. Ноги проваливаются в бузу по колено. Там просто. К тому же мне уже спустила моя сидушка. Купил вчера такую подуху в магазине. Вот такую вот вы встретите, может. И она сразу спустила. О, видите, пузыречки идут. То есть вот таким образом. Сидеть не на чем, сидишь только в воде, там вода, там уже вода приходится. Я мокрый полностью, просто полностью мокрый, мобильный чехол, я таком непроницаемом. Я-то понимаю, что нужно сегодня поход заканчивать. И доходим его потом в следующий раз, будет вторая часть похода по Десне от Германовича. Ну, Германович, мы уже будем ходить, наверное, с другой какой-то деревни, скорее всего, Соколово, это чуть дальше, по километру отсюда. Ну, может, 2 километра отсюда. Пропустим эти все заросли. Дальше попробуем пройти. Но это будет уже в следующей серии. Итак, подписываемся на канал, ставим лайки. Ну, друзья, я внизу ссылочку на донат кину. Ну, если не сложно, кому будет интересно, киньте копеечку, чтобы я мог купить другую камеру вместо той, которую я утопил. Ну, хоть как, хоть сколько сможет, скиньте. Просто нужно что-то снимать, а снимать нечем. Маленькая такая спортивная камера, и она утонула. До скорой встречи. Ну, еще поплаваем. Вот и прибыл я на место прибытия. 35 км. В заднем плане видно. Удобно. Камеру посеял, жалко. Вот такой посыл. До встречи.